Что это видео не вызовет, как обычно, все мои влоги, миллион тысяч дизлайков, и оно вам понравится. Лететь нам 9,5 часов, в Доминикану мы летели 14,5 часов, поэтому перелет это так, фигня. С учетом, что у нас еще теперь есть MacBook, и мы можем спокойно еще плюс что два телефона, еще можно на MacBook что-нибудь поделать. Вот, так что вроде как развлечений должно быть достаточно. MacBook, кстати, починили, я забыла рассказать. Я еще хотела сказать, что люди, которые не подписаны на меня в Инстаграме, дофига всего пропускают, потому что когда я не тут, не на Ютубе, я пишу посты там. Помимо того, что я туда что-то личное выкладываю, что не так часто происходит, я пишу посты, связанные с веб-дизайном. Плюс я много чего интересного по курсу снимаю в сторис, да и не только по курсу. Люблю выпрашивать подписчиков себе. В общем, увидимся с вами в аэропорту. Мы уже в автобусе и сейчас поедем в отель. Ну, сейчас понятие растяжимое. Когда все придут? Вот так все выглядит. Вот такая у нас терраса, веранда, не знаю как. Там видно море. Он у меня спросил, какая валюта в моей стране. Ему сказал рубли, он мне сказал типа гуд. Я ему сказал нет, и он зажал. Вот это наш душик. Ой, грязно. Мы минут 20 поблуждали по отелю, по территории, потому что она у нас очень лабиринистая и огромная. Нашли выход к пляжу. А, сейчас покажу, мы дойдем до него. Потом нам надо было поменять денежки. Мы тут еле-еле нашли, где поменять денежки. Но потом мы зашли в 7-Eleven, да? Так это называется? И купили себе айс кофе за 24 бата, 0,5. Это получается 48 рублей. Вообще, крутец, вот эта цена. Купили еще 2 драгон фрукта и 4 манго за 420 рублей. Ну, то есть все вместе. Что-то я там, она мне, значит, говорила, сколько один манго стоит, но я что-то не помню. В общем, придем в номер, я их тогда разрежу, посмотрю. Ты хоть меня предупреждай. То я ж иду не с тобой. Пляж. Что, я себя-то показываю, да? Дурында. Смотри, там опять свадьба. Как мне везет на свадьбу в отпуске. Мы живем вот там, где камни. Ну, так как доски нет, придется резать на мусорном пакете, да. Мы идем сейчас завтракать. Посмотрим, что, чем нас накормят. Надеюсь, что нас ничем жестким не будут кормить. Как вчера, например, я решила съесть том-ямы и забыла сказать, что мне надо, чтобы это было не остро. Фу, кто это? Кто-то отвратительный. У нас сейчас 7:28, а в Москве 3:28. Идем? Так, значит, новости. К нам приходил уже гид, мы заказали экскурсии. Мы завтра поедем на первую, через 3 дня на вторую. Мы были на море. На море что-то ужасно кололось. Потом мы вышли из моря. Оказалось, что у нас по всему телу маленькие прыщики. А вот они, даже видно. Красненькие точки. Сначала я думала, что мы умираем. Походу, это какая-то реакция на морскую соль. Как вы видите, мы не дошли. Потому что мы пошли по дороге. Оказалось, что по дороге идти 5 километров.
А в Таиланде дорога это не наши дороги, особенно не московские, в общем. Это не Тверская, короче, ни разу. Это вот прям дорога в деревне. Только машин ездит 5000. Ой, в общем, мы прошли, может, наверное, километр, да? Вернулись обратно. Психанули и заказали себе байк. Боженьки мои, мы приехали на скутере туда, где мы вчера гуляли. Улов за сегодня. Помните, говорил, что мы за 240... за 210, что ли, бат купили 4 манго и драгонфрукт 2 штуки. Сейчас мы купили за 67 бат 4 манго. Сейчас пойдем до мотоцикла и спать. Мотоцикл. Как он называется? Он же скутер. Хренутер. Так как под конец экскурсии у нас села камера, то много чего не удалось записать. Но там ничего важного, не переживайте. Мы жутко устали после этой экскурсии. Я вот после этого поняла, что все экскурсии, которые бесплатные, это тупо вымогательство денег, когда тебя возят просто по всем магазинам страны, в которой ты бываешь, и в три дорого, в общем, продают тебе всякие традиционные штуки Таиланда или той же самой Доминиканы. Завтра мы планируем весь день провести на море. А сейчас мы спать. Как я и обещала, мы сегодня целый день на море. Только как Максим не может зайти в водичку. Так как сейчас 9 утра, еще прохладно. Там стоит где-то море погода. Представляете, мы сейчас второй раз заходили в водичку. Я выходила и увидела 6 или 7 таких вот маленьких рыбок. Они плавали прямо у берега стайкой. Беленькие с черным полочкой. Вообще круто! Завтракали, и скоро за нами приедет автобус, который повезет нас на двухдневную экскурсию. Софи надоели орловские леса, поля. И она вон по джунглям идет. Мы ищем варана. Варан — это большая ящерица, которая ест людей. Ладно, не ест. Просто убегает от них. Из варанов тут только Софи. А там кто-нибудь живет? Нет, никого нет. Ты что, как дурачок? Я номер показываю. У нас сегодня второй день экскурсии, мы пойдем кататься на слонах. It's hard being apart, but soon I'll be there with you. Soon I'll be there with you.
Мы уже были в море. Максим не понравилось там сегодня волны. Я обожаю волны. Волны — это то, что я люблю. Без волн очень скучно. Вот мы пошли просто сидеть. Просто загорать. Просто сидеть в Инстаграме. Надеюсь, у меня нет там второго подбородка. У нас сегодня по расписанию смертельно надо. На пульте слушай. Ой, нет, на пульте как тут стоит. Самый красивый закат мы точно сегодня увидели. Он нереально розового цвета. Мы прям сидели, смотрели, как заходит солнышко. Кайфец! Пошел дождь. Вау. Soon I'll be there with you. У нас последний день. Мы уже, по-моему, 3 дня просто ходим на море. Но сегодня я еле-еле уговорила Максима сходить со мной в спа. И теперь мне в следующий раз придется в следующем отдыхе делать то, что хочет он. А это всегда опасно для жизни. Почему я выбираю что-то милое? У тебя какие-нибудь рафтинги сейчас будут. Вот тут есть, короче, английский для путешествий. Выбираем английский для путешествий. Потому что я ни слова не могу сказать. Сегодня не могла заказать себе спа. Это же не дело. Так что пойдем на английский. Максим комары покусали, поэтому он вредничает. В этом видео очень громко поют птички, поэтому меня не слышно. Я тут рассказываю, что нам очень понравилось в спа. Нам делали обертони ног, массаж, обертони тела. И потом я жалуюсь на то, что нас очень рано забирают из отеля, хотя вылет у нас в час. И выезд у нас аж в 8 утра. Поэтому я немножко недовольна тут и немножко хочу спать. Я писала в Инстаграм по поводу всего вообще, что происходило в Таиланде. Поэтому, если интересует какое-то мое мнение, то лучше почитать посты там. Там есть специальный хэштег по этому поводу, так что можно перейти и все почитать. Наверное, мы встретимся уже с вами в самолете, если я буду вообще что-то снимать. Если нет, то пока. Мы полетели